понять. Ох уж эти женщины. О женщинах. И в шутку. И всерьез. Ох уж эти отношения с женщинами. Врать нельзя. Она все равно узнает. Правду говорить нельзя. Она может обидеться, устроить истерику. Молчать тоже нельзя. Она придумает за вас ваши же слова. И использует их против вас. Мужчину нужно любить на 10% и на 90% принимать. А женщину нужно любить на 100%. Потому что женщин понять невозможно. Женщина великодушна. Она может простить мужчине все. Даже если он ни в чем не виноват. Дороже всего мужчине достается та женщина, которой ничего не надо. Женщины могут научиться всему. Зарабатывать деньги. Водить машину. Растить детей. Сажать деревья. Для этого нужно лишь одно. Неудачно выйти замуж. Ой, соль рассыпалась. Это к соре. А может обойдется? Нет, дорогой, я уже настроилась. У всех проблем одно начало. Сидела женщина, скучала. В доме командовать должен кто-то, о да на. У женщин нет правил, есть только настроение. Какое настроение, такие и правила.